Здравствуйте. Так как сейчас много простуд, показываю вам наш лайфхак, который позволил быстренько сбить температуру. 3 ложечки цельшуц. Это будет 6-летней дочери моей. Также идет 1 ложечка с горкой Activise. Где-то третья часть Ресторейта. Секундочку. Обязательно должна быть тепленькая водичка. Ложечка деревянная или пластиковая, но не железная. Сейчас вы видите, как вступает в реакцию, в цитратную форму переходит. Микроэлементы в Ресторейте. Цельшуц это крепкий иммунитет, мощнейшие антиоксиданты, тройная защита. Активайс это ламинария, витамин С и витамины группы В. Это хорошее кровообращение. И, конечно же, Ресторейт, микроэлементы. Вот этот напиток, даже если ребенок выпивает половинку этой чашечки, получает очень хорошую натуральную подмогу. Так как я целую ночь дышала вместе с ней, ее инфекцией, ее вирусами, то я тоже себе буду делать. Но очень быстро сбивает температуру. Рекомендую.